Ребята, сейчас перед вами выступит певец, победитель международного фестиваля «Ялта-Москва-Транзит», председателем жюри которого был Иосиф Давыдович Кобзон, Артем Верхолашин. Представь себе весь мир... Извините, представь себе весь этот мир огромный. Тебе весь этот мир огромный, весь. Добрый вечер! Таким, каким он есть, и что любовь в нем есть, когда наполнен он дыханием весны, и напролет ему цветы снятся сны. И если что-нибудь не родится в судьбе, тот мир, где нет любви, опять представь себе. Синей ночью звезды в небе кружат, как чудо в солнце светит смешаны. Только для чего он и кому он нужен, мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето и приходит стужа, и земля под снегом новой ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Представь себе весь этот мир, огромный вес, таким, каким он есть, на самом деле есть, когда наполнен он дыханием весны, и напролет ему цветы снятся сны. И если что-нибудь не нравится в судьбе, тот мир, где нет любви, опять представь себе. Так же синей ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит с вершины. Только для чего он и кому он нужен, мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же красит лето и не ходит стужа, и земля под снегом новой ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны всем. Так же синей ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит с вершины. Только для чего он и кому он нужен, мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето и приходит стужа, и земля под снегом новой ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен, а нужен мир, где мы с тобой друг другу нужны. Спасибо, друзья. Батюшки. Спасибо большое. А можно молиться? Да. Вы знаете, я благодарен Господу Богу, что в моей жизни, ну, я повстречал таких людей. Мы уже, как сказать, помимо того, что команда, это вообще ничего не сказать, мы семья. И я благодарен, еще раз повторюсь, Господу Богу, что в моей жизни появились такие люди. Инна Борисовна, посмотрите, у вас полный зал, у вас такие замечательные, талантливые дети. Растите, дарите все, что у вас там такой торнадо, такой вулкан. Вот вы воспитываете просто потрясающих людей. Спасибо большое, что просто я вас знаю. Вы моя семья. Я вас люблю.